Так, теперь рассмотрим Roadstone на тышку. АТ-2, новая моделька. 560 Threadwear, трекшн и температурный режим. Вы видите, я думаю, что понятно, да, для чего это все сделано. То есть это АТ-шка, у нее другие свойства, то есть ей не нужен температурный режим А. Ну и, соответственно, эта шина не претендует на топ, на жир. Это хороший такой среднячок, который может быть использован, похож он на старую Тою. Старую-старую Тою. Вот у нее беленькие буквы, это защитный слой. Беленький. Ну, давайте мы так поближе рассмотрим. Пятислойка, два слоя боковых, Корея. Ну и в среднем это выглядит вот так. Такая достаточно хорошая АТ-шка. У нее рабочий рисунок, то есть он там. Вот смотрите, то есть он прям достаточно глубокий, я имею в виду, исходя из того, что докуда можно ездить. Вот. Не шумный, центральное ребро практически, ну, непрекращаемое, да, в любом случае оно дает определенную курсовую устойчивость. Соответственно, Roadstone Nexon, это по идее очень хорошая АТ в среднем ценовом, которую можно рассматривать, если вы, скажем, рассматриваете Кумха КЛ-61, он же Маршал КЛ-61. Ну, с Ханкуком я не знаю, наверное, Ханкук он более такой погрубее будет. Дина Про АТМ, который РФ-10, если я не ошибаюсь. А это более все-таки городской момент, но при этом он такой зубастый, то есть если посмотреть, то ему есть чем зацепиться, но при этом они молодцы, что они центральное ребро оставили, которое как раз нужно на высоких скоростях. Что у нас вообще? Ну, в принципе, эска нормально. Эска нормально. Это черная сторона, я имею в виду без краски, но просто осталось в родном цвете резины. Если кому-то не нужно, то можно оставить и так. Кому нравится белое, пожалуйста, welcome.